Всем привет, с вами Тимон. И это не Алиса Madness Returns, это игра Resident Evil Zero. Одна из причин, почему я сейчас начал ее проходить, когда прохожу Алису, это то, что в одной серии Алисы, Алиса меня просто задолбала с этими долбанными прыжками. С этим совсем. И, короче, что происходит? А, это нам опять показывает часть геймплея, короче. Я когда проверял, наушники, значит, другие немножко, поэтому... У меня сейчас есть двое наушников, потому что одни наушники сломались, но только вот этот микрофон. Надеюсь, вот этих перебоев с задержкой звука не будет, но ладно. Это мы потом посмотрим. Суть в чем? Вторая причина, вторая или первая. Одна из причин это то, что меня Алиса задолбала, короче. Вот. И еще одна причина, почему я хочу записать Resident Evil Zero. Я, во-первых, обещал всю возможную, всю возможную версию, которая придет у меня на ПК. Поэтому, вот это я и показываю. Что ли, сейчас очень рано, я еще не ложился спать, я часов 24 часа примерно как не сплю. Поэтому... Все ковыряюсь с резидентами, с этими всякими видосами и так далее. Вот, русифицировал все это дело, но у нас нет, у нас этого не будет. Вот, что? А, еще к тому, что вышел недавно анимешный последний фильм Resident Evil, он же Обитель зла. Resident Evil Vendetta. Там у нас была... Такая героиня, как Ребекка Чемберс. Как я понимаю, это одна из главных героинь данного Resident Evil. Она была, реально крутой в этом аниме-фильме, поэтому я просто уже решил как можно скорее взяться за Resident Evil Zero HD Remaster. Вот. Я в нее не играл, я поторчал тут, мне карточку дали, короче. Говорят, что тут очень много головоломок, жесть как херово все с патронами и так далее, потому что это оригинальный резидент, только что с улучшенной графикой, и все. Поэтому давайте посмотрим настройки, кстати. Вот. Настройки, экран. Широкий, оригинал. Нет, давай широкий. Звук, я думаю, мы сделаем. Воу. Ну давай сабвуфер. Давайте. Наверное, все-таки сделаем вот так, я думаю. Хотя бы. Так, управление. Давайте хоть управление посмотрим. Shift-T, Shift-V. Shift что, блин? Ёб твою за ногу. В теперь. Это пиздец же, ребята. Так. Шифтер перезарядка. Ёб твою за ногу. Это пиздец, ребята. Я загнусь 800 раз. Ну да ладно. Так, яркость у нас ярко выраженная. Ну давайте. Язык у нас русский. Да, русского языка в стимовской версии нет. Я скачал русификатор. Я не такой, чтобы капец, как истинный пират, но все-таки... Да, пускай будет... Ну, давайте чуть пониже поставим, чтобы, мало ли, среднее хотя бы. Я думаю, пока так. Что ж, давайте попробуем. Не выключайте ваш ПК. Нет, конечно же, не будем. Давайте попробуем. Новая игра. На сложности легко. Resident Evil Zero. Типа альтернативная шутка. Откуда я знаю, бляха-муха? Основанная на оригинальной раскладке, соответствующая современным раскладкам. Обещают очень хоррор, ребята, все, которые играли. То есть... A midwestern town in America. Raccoon City. A solitary island far off in the sea.
Rockfort Island. Остров Рок. An island that would become the second Raccoon City. Шина Island. Остров Шина. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion Incident. Я там что-то говорил, забыл, что договорил. Лес Раком. 2017. Да, ты. Do you think so too? Yeah. Разговаривает, короче, непонятно. Возможно, мне придется понизить FPS свое. По 30-очке может быть. Да, тут отстают голоса, походу. 23-98. Звук отстает. Ну ничего, мы сейчас как-то подправим, подкорректируем. Просто происходит что-то жёсткое. Что-то очень жёсткое, ребята. Поэтому... по-моему, конкретно звук отстает. За вертолетом, что ли? Мы сейчас постоянно глядим в раз. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Ну, пипец. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Там вертолет, где он падает. Я так полагаю. Не знаю, один хрен отвлекается, поэтому я предлагаю понизить FPS-очку и понизить настройки. Все-таки те, кто люди, которые это смотрят, они играли на консолях в начале, это было... Извините меня, там такая графика была, которую я сейчас, в принципе, и сделаю, наверное. А для тех, кто смотрит нас, ну, я не знаю. Я не нажимаю Escape только потому, что могу пропустить... это Ребекка. Капитан! Что случилось? Такая же фигня, кстати, у меня была в четвертом видео. Про синхрон звука и картинки. Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Да, конкретно звук отстает. Those poor soldiers. Повышать... They were good men just doing their jobs. And that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Хм. Значит, это все-таки было отсылкой. Я предполагал, что отсылки должны быть. Типа все окей. Как показывает нас Ребекка. Капитан, капитан, да, капитан. Поезд? Нет, не поезд, человек. Нет, не человек-зомби. Да. Как бы не хотелось, ребят, но такая жопа творится. Что-то очень нехорошее вообще. Вот только сейчас он находит документ, по идее. А, Билли. Вот, значит, Коэн Билли. Вот так он сейчас будет, да? Значит, его мы все-таки видели. Получается, мы будем с беглым приговоренным преступником, что ли, ходить вместе, я так полагаю. Ну, сейчас мы спокойненько досмотрим ролик до конца. Ну,
Да, насколько я знаю, Ребекка была медиком в отряде Старс. То есть практически, я не думаю, что у нас много боевых навыков, но и медик. Причем очень молодой медик. Да, я буду конкретно тупить, потому что, как я повторюсь, я не спал сутки, я ковырялся со всем этим барахлом, со всеми нашими видосами, с игрой, с русификатором, короче, со всем этим делом. Ну и в итоге сейчас у нас, даже я не знаю, посмотрите по времени, часов 5 утра где-то. Я уже не знаю, вот 6. И часов-то рядом где-то были. А, без 2-6 утра. Я уже больше 24 часов не спал. А меня так плющит, ребят, конкретно причем. Я уже задолбался, то есть. Насколько я знаю, читал, по крайней мере, там, в описании, там, знаете, в этих всяких комментариях в игре в Стиме, понял одно, все будет происходить, короче, в экспрессе, в поезде. Грубо говоря, Восточный экспресс. То есть вся жопа будет происходить именно здесь, и, как я понял, играть мы будем все-таки за Ребекку. Больше они забили. Уж простите за такой тормознутость, у меня комп, а не консоль, поэтому путь к спокойствию отрезан. Назад дороги нет. Что делать? Самое интересное, здесь все так спокойно. Можно как-то... А как? А я не знаю, короче, как... А что, блин? Escape не работает, короче. Небольшая тормознутость есть, но я не знаю, как ее исправить, ребят. Потому что мне Escape нажимать. Так. Окей. Будем разбираться, ребята. Это пиздец. Что за херня? Что ты делаешь, а? Может быть П? Может быть О? Еще клавиатура, блин, не работает. Просто не поверите, ребят, вот серьезно. Я сейчас играю, у меня ноутбук. Подключена стационарная клавиатура к ноутбуку. Потому как на своем родном ноуте. У меня... не работает большинство кнопок. В общем, я не знаю, какая кнопка отвечает за Escape. Это очень обидно. Потому что V, я не знаю. FS. Да подожди. Фу. Давайте куку. Ну ку, ну блин, ну это понятно, я не знаю просто, ребят, это что-то с чем-то. А. Ну, короче. Будем умирать и разбираться, потому что я не знаю, как быть. Да. Ага. А, то есть так. Так я наверх посмотреть не могу, да? Ну пипец, ребят, нам. Это реально старая. На самом деле у меня не было даже ни Sega, ни Sony, ничего. У меня была Dendy, ребята. У меня. Я даже к такой к такому управлению я и то не привык. Извините, у меня там. Товарищи ютубовцы. У меня там будильник сработал, по идее, я вставать должен был, но не, зачем, вот, 6 утра стукнуло. Одни часы показывать. Так, окей. Ладно, ребят, я, короче, наверное, сейчас заморочусь, сделаю настройки поменьше, и вернусь к вам после паузы.
В общем, благодарю вас заранее за то, что вы вытерпели всю эту мутатень, которую я наговорил. В общем, сейчас чуть-чуть пониже настроечки и продолжим. Спасибо. Ребят, честно, я сделал, что смог. Небольшие подлагивания присутствуют, скажу сразу. Поэтому, если кто-то рассчитывает на сильно нелагающее прохождение, совсем нелагающее прохождение, я бы так сказал, ребят, такого вряд ли будет. И, вот. Но надеюсь, что не будет. Я не знаю, я какую-то херь сейчас ляпнул опять на самом деле. Ну, в общем-то, так и не понял, на самом деле, эта кнопка у меня отвечает за... Я все кнопки перетыкал, потом случайно как-то паузу нажал. Вообще, все знают так. Вроде это была не Escape. На самом деле, вполне... Не знаю, что это было, но... Вот как-то так у меня бегает персонаж. Нет, подождите, мы там сумка какая-то была, мы ее не исследовали. Да, это далеко не лучшая графика, которую вы видели и так далее, но... Опа! А там какая-то нога. Не дай боже, встанет сейчас, и будет пиздец. F, вроде, если я не ошибаюсь. Да. F, слава богу. Что ж, давайте откроем нашу первую дверь нашего вагона, поезда. И наконец-то увидим, что там, потому что... This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced... Никто и не думает. Короче, я, видно, сразу пошел туда, куда надо. Небольшое расхождение, ребят, все-таки будет, и это не поменять. Первым делом нам стоит жопа. Охереть, какое гнилье. Настоящий зомбак. Просто реально зомбак, потому что это пипец. Ну, раньше, насколько я знаю, Resident Evil я основывался именно на зомби. То бишь, именно на зомби-зомби. А не зомби, которые присутствуют, допустим, в пятом Resident Evil или же шестом Resident Evil. То есть, здесь конкретно были зомби. Ну, вы можете это, в принципе, и так увидеть, и тут... Ну, что-то как-то очень быстро они стали зомби, я вам скажу. Потому что... И, кстати, тут говорят, что надо стрелять. Как? Золото. Стрелять здесь надо в голову, но как это сделать, я абсолютно не понимаю. What just happened? I thought they were dead. Такая же херь вот у меня реально вот с четвертым резидентом была. Это расхождение, мне кажется, я читал на форумах, что кто-то говорит, что комп говно. Да, у меня комп далеко не идеальный. Кто-то говорит, что это расхождение из-за того, что, по идее, чуть передвинулся с консолей на ПК. И вся эта херь именно вот из-за этого. Поэтому... Мы, короче, там не до конца все сначала исследовали. Уже ломимся, короче, куда-то вперед. Давайте мы, я думаю, там карта какая-то, что ли, тоже.
А, я думал, здесь вверх. А, тут наверх можно, по-моему, да? Ага. Из окна видна сломанная лестница. Ага. Сейчас она бесполезна. Понятно. Все с вами ясно, все с вами понятно. Тут наверх можно подняться. Давайте вернемся назад. Потому что, ну, я не знаю. Мы оттуда, по-моему, пришли. Я опять не пользуюсь картой. Это закрыто. Окей. Без базара. Закрыто так закрыто. Вон тут еще одна дверка. В конце концов в настройках написано, что можно переключаться между персонажами. А для этого нам нужно встретить нашего... Блин. Нашего Билли. А, ну тут заперто. Дверь в вагон-ресторан закрыта. Окей. Вы не можете войти внутрь. Что, правда? Ну ладно. Причем самое, что вот мне понравилось еще в Ребекке, как в персонаже, это... Она такой же идеалист, как Шерри. Вот серьезно. Она... Хочет... Ну... По крайней мере, в аниме-фильме. Она хочет спасти мир, подобно Леону, Крису, которые просто срутся из ничего. То есть, реально из ничего. Что-то как-то передумал я. Что-то как-то я опять передумал. Вновь. Это очень интересно, на самом деле. Сюжетный поворот как в самой игре, так и опа, какие-то пиявки эти как раз. Травка. Конечно. Давайте позвоним. У нас, кстати, у Вани тут наметился поездка. Ебать. Наметилась поездка в Россию. И... В общем, наметилась поездка в Россию. Все. Он сейчас в отъезде. В отъезде. То есть вы хотите сказать, что все пиявки подевались именно сюда? Я, конечно, рад, что они все там на втором этаже, с одной стороны, там меня внизу не трогают. Это все шикарно. Это все очень радует. Мне потому что и зомбаков хватит, и стрельбы. Это пиздец. Полный. Мне еще зомбака крошить. Я сдохну здесь еще не один раз. Пиздец куда-то. Это реально на самом деле
нагоняет жуткий, считая то, что я играю еще с таким FPS-ом, просто со всем этим делом, с такой тормознутостью. Я не знаю, я поковыряюсь, кто-то говорит, что из-за консоли, кто-то говорит, что из-за говно ПК, но я постараюсь поковыряться, ничего не обещаю, что сделаю, как бы, возможно, будут эти затормозы, как бы, не знаю. Можно поковыряться в файлах игры. Конечно, как я делал в четвертом. Как бы в резиденте, когда пытался его настроить, я там побегал даже чутка, там буквально прошел. Ну, чтобы проверить, грубо говоря, все, как оно действует. Херня все, короче. Я настроил по максимуму. Ну, что-то получилось, что-то нет. Ну, в общем, все вы это потом увидите. Все эти настройки я буду перепроделывать. Еще. Так. Ничего полезного. Окей. Мне просто советовали просто все осматривать, вот каждый угол, чтобы просто запись пассажира. Ну ладно, круто. 14 июля. Сегодня пришли директивы, чтобы, ну, чтобы много чего найти, патронов и так далее. Короче, вот, ты говорил. Все, давайте читать. Сегодня пришли директивы из главного управления. Необходимо провести обследование разрушенной лаборатории в Барклайских горах. Похоже, что за все это отвечаем мы. Команда состоит из двух групп. Основной состав, скорее всего, уже приступил к изучению останков прототипа и отходов производства. 16 июля. К сожалению, в связи с этой проверкой нам придется свернуть изучение БОО. Биоорганическое оружие, насколько я помню. Прототип образца Йод. Я не помню, короче, как это буква Анга. Йод будет. Йод-139. Как и в случае с образцом Йод-139. Остается множество нерешенных задач. Реакция ракообразных на Т-вирус также представляется весьма интересной темой для исследования. Даже при незначительной дозировке вирусов, в зависимости от вида и условий развития, у них возникает частичная мутация, которую при должном контроле можно преобразовать в оружие. Их тело становится необычайно крепким наряду с аномальным распространением внутренних токсинов и развитием интеллекта. Однако резкое развитие панциря приводит к уменьшению его прочности. В частности, важная часть тела, а именно внешняя головная оболочка, становится крайне уязвимой, что представляет собой большую проблему. Велись ли подобные исследования в лаборатории, куда нас направили? Там должно что-то быть, например, данные об исследованиях или образцы, которые помогут нам помочь нам в дальнейших экспериментах. Что-то сморозил по херню. 19 июля. С приближением намеченной даты становится все тревожнее. Каждый день телевидение, газеты... И газета Raccoon City сообщает о вспышках странных убийств на окраинах города. Возможно, это вирус? Если да, то как он... Нет, сейчас не время об этом думать. Нужно тщательно подготовиться, чтобы расследование продвигалось по намеченному плану. Мы узнали часть истории, ребята. Получили записи пассажира. Ну, видимо, таких записей будет хватать, их будет много. И будет очень интересно, на самом деле, поучительно почитать все это дело. Потому что... Это, ребята, начало. Это самое... Блин. Тут зомбак. А как подобрать? Это явно патроны. Это спрей, походу. Взять, конечно. Наше состояние стабильно, отличное. А, то есть прям вот так надо встать. Ну, знаете что? Лишние патроны для пистолета никогда не помешают, поэтому... Вот что я вам скажу. Нам бы еще найти точку сохранения. Я вышел, может, еще поковырялся в этом деле. Отлично. Сшитый костюм. Отлично сшитый костюм. Окей. Карманы пустые. Выскидки. Так.
Ну что, ребята, я думаю, для начала мы на этом закончим. Я сделаю небольшую паузу, поразберусь, может быть, еще с FPS-очкой и, наверное, даже выйду из игры. Но потом я дойду до этого места, сделаю, постараюсь сделать все как надо, и мы с вами уже увидимся, наверное, снова здесь. А в этом коротком ролике с вами был Тимон на канале Digital World. Увидимся в следующих резидентах. В этом резиденте я очень на это надеюсь. Увидимся, наконец, в Алисе. Встретим нас на Digital Epic, который все-таки все еще ковыряется с ассасином. У него там тоже как-то жопа с лагами и так далее. В общем, встретим Ваню. И вроде как все. Всем спасибо за просмотр этого немножко лагающего видео. С вами был Тимон. Пока.